Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 12 ноября 2021 года. И сегодня мы решили сделать подробные портретики всех малышей, рожденных в сентябре. Сделать мордочки, потому что малыши сейчас растут и меняются. И предыдущее видео с малышкой Патрисией у нас получилось очень здорово. Она лежала на подушечке и облизывала папины ручки, играла тут с ручками. А вот с бандитом Персюшей так у нас не получается. Персюша постоянно выпрыгивает, выскакивает, отворачивается. Фото у меня вообще не получилось, потому что он ни секунды не сидит ровненько. Пытаемся его хоть немножко как-то завлечь, увлечь, чтобы показать малыша поближе. Сейчас у нас уже вечер. У нас сегодня опять не было электричества, вот включили электричество, и хочется сделать с подсветочкой хотя бы что-то. Да, хотя бы что-то. Бандит какой-то. Белый шоколадный мальчик. Дата рождения 26 сентября 2021 года. Мама Фима, папа Пряничка. 26 ноября мы поедем на актировку и первую прививку. И если вы житель Санкт-Петербурга или Москвы, можно малыша забрать пораньше в новый дом. Но если вы житель других регионов, более удаленных от Санкт-Петербурга, то после второй прививки, которая будет сделана в 3 месяца, надо подождать еще карантин 21 или 31 день, для того, чтобы малыш смог приехать в новый дом. А пока мы только растем, периодически будем делать вот такие вот... Хотелось бы сделать вот такие вот индивидуальные подробные видео, но малыши почему-то все время хотят позировать нам спиной, попой и как угодно, лишь бы не только не в кадр не смотреть. Я понимаю, что им это скучно и непонятно, зачем сидеть неподвижно, когда вокруг столько всего интересного. Ну, а как их сфотографировать на фотоаппарат, я вообще не представляю. Я только что сделала несколько кадров Персюши, которые смазались из-за того, что он постоянно прыгал, вертелся и крутился. Я решила сделать видео и попробовать еще разочек его сфотографировать. Возможно, он успокоится, но как-то так не похоже на то, что он наиграется у нас тут за 2 минуты. Давайте портретику, портретику. Портретик. Персюша курносый у нас. Кусь. У Персюши есть еще братик Пигмалион. Черный с белым. Очень красивый, нарядный, контрастный окрас. На самом деле у нас таких щенков, в общем-то, редко бывают. Такие вот красивые. Ой, и рычит еще. Мы его не выпускаем. Он кусается и злится. Мальчик с характером. Ладно, не будем его выбешивать окончательно. Я думаю, я успела показать то, что хотела. Мордочку поближе. Характер виден. Окрас. И, дорогие друзья, если вам интересно, не пропустите следующее видео с братишкой нашего Персюши Пигмалионом, а предыдущее видео с сестренкой Патрисией. Ни в какую, ни в какую.